Медвежий бокс, пес Супермен и большое иллюзионное шоу. С юбилейными гастролями в Челябинск приехал знаменитый цирк династии Филатовых. Чем на этот раз удивили артисты, на премьере побывала наша съемочная группа. Гвоздь программы – самый крупный в мире аттракцион бурых медведей. 15 косолапых артистов поют, танцуют, ездят на роликах, велосипедах и даже на байках. А еще жонглируют и выполняют удивительные трюки. Самые сильные хищники – Торопышка и Топтышка – сразились на боксерском ринге. Синие наступают, но желтые трусы не трусы. В этом году знаменитая династия Филатовых отмечает 180-летний юбилей. Говорят, секрет успеха в методах дрессуры, которые передались уже пятому поколению цирковой семьи. Методы дрессуры, наверное, они передаются именно из поколения в поколение. Ежедневные репетиции показывают, на что способно это животное, на что способен медведь. Он может быть и балансером, и кататься на мотоциклах, велосипедах, на самокатах. В юбилейной программе на манеже появляются более десятка экзотических животных. Верблюды, ламы, дикобразы, насухи и австралийские пеликаны. Атмосферности шоу добавляет выступление воздушных гимнастов и акробатов. Кроме того, зрителей ждет иллюзионное шоу с магическими превращениями от семейки магов. Меня удивило больше всего фокусы. Воздушные гимнасты, дикобразы, впервые, кстати, мы их видели, лама. Да, так близко причем да, еще. Да, эти летающие пеликаны какие-то невероятные. Больше всего понравились верблюды, собачки, дикобразы и очень интересные были иллюзионисты. Мне понравились акробаты, которые стояли на цилиндрах. Но настоящий переполох в зале устроили веселые клоуны. Огромные шары вернули в детство даже самых серьезных родителей. Окунуться в атмосферу праздника и увидеть знаменитый цирк Филатовых можно до 28 мая. Дмитрий Щапов, Александр Андреев-Шагов, СТС, Челябинск.